Да, балдежные очень саундтреки в менюшке. Вообще у этой игры, по-моему, восхитительные саунды, реально. Потому что один из саундов я брал для нарезки по Dark Souls, по второй части Dark Souls, во время горгулий. Во время горгулий, когда типа убийство 8 горгулий происходит, я вставил саунд из Фури. Так, сложность. Прогулка. В этом режиме любой сможет ознакомиться с миром игры и сюжетом, но игра будет короткой и совсем легкой. Не позволяет получать награды и открывать режим скоростного прохождения и уровень сложности Фури Плюс. Но это просто как тренировка какая-то. Это козул, по-моему, отстой полный. Фури рекомендуемый. Игра сбалансирована так, что... чтобы содержать вызов и представлять трудности, будет нелегко, но вам понравится адреналин борьбы. Уровень сложности можно изменить на прогулку в случае поражения в игре. Ну, я думаю, блин, логично, что мы на рекомендуемом начнем, потому что начинать на прогулке — это полное говно, мне кажется. Фри плюс не открыт. Нельзя его пока что. Is it Dark Souls? Just like Dark Souls. Ты был орудием, вестником смерти. А теперь ты никто. Я продолжу убивать тебя. Снова и снова. Я твое будущее. Медленная, мучительная смерть длиною в вечность. Я слышу гром. Кап-кап-кап. Пора просыпаться. Я никуда не уйду. Я останусь с тобой. Окей. Покачай головой. Покивай головой. Пора в путь. Какой-то кролик. Роджер. Это типа Алис в Стране Чудес, что ли? Соберись. Сбеги из тюрьмы. Убей тюремщика. Борись за свою свободу. Такой вот мультяшный какой-то стиль на самом деле у игры. Что я могу сказать? Тюремщик, путь на волю. Убей его, и ты свободен. Блин, вот эти саундтреки балдежные. Но игра вроде как представляет из себя просто битва с боссами, да? Аниме Афро Самурай смотрел? Не смотрел. Так. Здравствуй, дядя Рек. Привет. Привет. Угу. Очень похоже, знаете, на что? Когда ты в первый раз зашел в Майнкрафт и настроил вверху объектов в небе. Тера-тера-та. Сейчас будет жестко. Так, как сражаться? Ядрить. Это Bullet Hell, типа? Так, у нас есть прыжки во времени, стрельба. А, вот такая стрельба имеется. Понял вас, господа. Что надо делать? Убивать его? Типа парирование работает с... Хорошо, я все понял. Я учусь на своих ошибках, мистер. Говно, поешь. Так, можно сразу камбуху ему оформить.
Минус первая жизнь, пацанчик. Отлетай, как говорится. Как говорится, отлетай. Блин, но мощный выстрел такая себе тема. Это сложно довольно-таки. Просто рип. Мощный удар мечом. Бум! Довольно, слушай, неплохая боевка в игре. Мы полностью выхиливаемся, когда, типа, сносим одну из фаз босса. Так, начинается какая-то жесть, походу. Понял, понял вас, господа, понял. Залипательная очень игра. Это я вам сразу говорю. А что делать-то? Его убивать надо, что ли? Я думал, просто, типа, уклоняться. Да засранка ты! Балдеж. Ну, это первый тренировочный бой. Дальше, наверное, будет довольно-таки сложно. Так, начинается какая-то дичь. Что за дичь происходит? Ага, это просто обычный бой. Просто тогда я буду спамить его. Фейсролить, так сказать. Парированием пользоваться в этой игре, естественно, не буду, как в Dark Souls, потому что это для крутых пацанов. Пум-пум-пум-пум-пум. Я тоже умею стрелять, поц. Хера себе. О, сосочки тереблю. А что делать-то надо? Я теребил со всей силы. Тереблю, тереблю, тереблю. Он вынес мне одну хилку. Вот ублюдок конченый, а. Сука. Не, я типа пока не научился еще парировать. Придется заново все это проходить. Жестко, жестко на самом деле. Осталось у него еще три фазы вроде как. Тут начинается жестким. Просто яростным бойцом представляется нам сразу. Но это, походу, усиленная просто предыдущая фаза. Ядрить! А что я должен был... Как я должен был вообще успеть?
Мне бы хилок немного. Я не подобрал хилку. Знаете, в чем суть, чуваки? Я еще путаю управление немного. Я нажимаю, короче, нолик, чтобы перекат сделать. Ну, вы поняли, да? Чтобы перекат сделать. Озвучка активируется после перезагрузки игры. Сейчас все немые. Понял. Ну ладно, сейчас добьем этого босса тогда. Перезапустим. На, по лицу, тварина. Вот что здесь нужно делать? Нужно, типа, вращать соски или что? Блин, отстой. Два раза я просто попался под атаку. Очень глупо. Сейчас проиграю из-за этого. Да. Ядрить. Найс! С таким лоу хп я его победил. Отлично. Средняя фаза осталась, последняя. Пока все идет более-менее круто. Я единственное не понимаю, типа, все ли я правильно делаю? Может быть, здесь нужно... Понял. Да, это жестко. Смотри, что он творит. Просто посмотри, что он вытворяет. Прощай, месье. Тюремщик. Блин, насец. Прикольная. Прикольная система боя здесь, Фури. Мне тоже пока очень нравится, если честно. Да, вебку можно было бы убрать на самом деле. Ну, не убрать, а переместить ее. Но у меня что-то... Мышка не работает. Так, сейчас. Фух. Ну, насец, насец. Тебя сломают, вернут в камеру. Да нет, есть озвучка. Браво!
Браво, отлично, захватывающе. Не первый раз, да? Как бы то ни было, хорошая новость. Мы на шаг ближе к свободе. Плохая новость? Нас ожидает еще много таких. Но не волнуйся, я их знаю. Я помогу. Поверь, то, что ждет тебя в самом конце, ждет... О, стоит того. Не читать, чуваки? Я могу не читать, в принципе.